Приветствую вас. Для начала, конечно, нужно сепарироваться от родителей. Вот, для начала нужно выстроить личные границы между вами и родителями. Для начала нужно определить, понять, какое значение для вас родители имеют. Вот. Потому что ситуация здесь, ну, складывается такая, то, что родители влияют на вас. Вот. Определить конфликт, противоречие ваше, которое, собственно, вас подавляет, и то, что вас подавляет тоже. Вот. Ну а дальше уже смотреть. Дело в том, что сепарирование от родителей эмоциональное, психологическое для начала, а дальше уже физическое, очень важно в силу того, что без этого вы не можете кем-то стать. Вот. Ну, приведу вам яркий пример. Вы говорите, что любите английский, значит, учитесь на учитель, на педагога. Вот. Вы любите английский, но, значит, переводите, преподавать ненавижу. Ну, возникает вопрос, зачем тогда вы учитесь на педагога, если вы ненавидите преподавать? Дальше. Ненависть. Вот. Именно ненависть. С чем связан? То есть, ну, можно просто не любить чего-то, да? Это понятно. Можно просто чего-то не любить. А вы именно ненавидите. Ненависть — это сильное чувство. Если оно у вас есть, значит, дело здесь в том, что это как-то вам угрожает. Как-то вас очень сильно задевает. Достаточно сильно выбивает вас из колеи. С этим нужно тоже разобраться, посмотреть. Вот, с этого можно начать. А дальше уже будет видно. Вот, вы пишете, ну, просите помочь, а чем помочь? Вы говорите, как жить дальше, но есть у вас ресурс жить дальше. Прежде чем жить дальше, нужно, чтобы ресурсы, все ваши ресурсы сейчас уходят на решение проблематики, которую ну, вы пытаетесь как-то вот подавить, избежать, вот, отказывается принимать некоторые проблемные вещи, и избегая проблем, не желая брать личную ответственность на себя за то, что, например, вы хотите, желая, чтобы родители, к примеру, одобрили или сами дали вам то, что вы хотите, ну, отсюда, в общем-то, все ваши трудности и есть. Так что нужно работать с вами, с вашими проблемами, обращайтесь. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.